Всем привет! Очередной день строительный закончился. Вот сейчас покажу, что здесь у нас продвинулось. Ну, во-первых, а окна они сделали обналичку, да? Да, и подоконники сделали. Да, вот у нас обналичка окон. Такие подоконники широкие, да? Сюда даже поставить что-то можно. Да, отлично. Розеточки. Вот такие мы взяли бежевые. Вот свет, ну просто вот, покажи, кстати, лампу. Вот. Это вот лампа, которую мы выбрали. Свет просто сейчас не проведен еще, да? Да. Сюда. Выключатели. Это проходной выключатель? Нет, вот проходной. А где включается? Либо там, либо там. А, то есть вот тут проходной, а этот просто. Тут тоже вот такой маленький светильничек. И тут тоже окно полностью сделали. Розетка. Так, одна здесь розетка. Это под стиралку, к примеру. Там розетка. Угу. А здесь розетки у нас вот. Где? А, еще вот тут розетка. Щиток. А, щиток. Угу. Так, щиток сделали. Где он открывается? Отлично. Это вот один из мастеров, он электрик. Провода завтра будет доделывать. Так, и здесь мы тоже сделали розетки, а здесь мы одну сделали розетку при входе, и все. Как? Вот здесь сюда еще будет одна. А, еще не протянул, да? Да, слушай, нет, я казалось сделать здесь еще одну. А у нас она есть? Всего 4 получилось розетки. Просто надо купить, может, еще сюда одну впиливать. А еще хотим вот сюда. В угол. Ну, здесь холодильник будет стоять. Ну да, вот сюда. Розетку. Вот. И что, не покрасили там, да? Да. Вот, сейчас вот так вот. Стой. Я потом выйду, сниму, но вообще очень похоже. Нормально. Вот, надо дверь было открыть, чтобы было видно. Вот, в общем, наши розетки. Выключатель проходной, то есть неважно, здесь включаешь, там выключаешь, или там включаешь, здесь выключаешь, да, да, Сереж? Да. Угу. Нет, это будет освещение на уличное, вот тут, проходной. А, это уличное освещение, а вот проходной. Ну, зашел за стороны, вышел, выключил. Да, вышел. А если тут включил, то там выключил? Кстати, выключил. А если зашел из дома, тут включил, ну, то да. Там выключил? Чего выключил, чего не надо трогать? Подожди, ну вот хорошо, что не надо трогать. Я зашла, включила, и все, и пошла туда, выключила. Потом я хочу выйти. Я сюда захожу, я же не к тому иду. Я здесь включаю, да. А там выключаю, я и говорю, это а говорю. Вообще не трогаешь. Я здесь включу, но потом выйду, и мне надо свет выключить. А, выключишь, ну? А ты говоришь, не надо трогать, что, чтобы он горел здесь? Нет, в смысле, не надо трогать туда. Потом я выйду туда, выключу. А если ты дальше пойдешь оттуда? Включу, включишь. Фигурс. Он опять включится? Да. Независимо от того, что я выключила последний раз тут. Ну все, ясно. Ну я как-нибудь сделаю. Уголки. Дверь тоже, да, сделаю уголки. Нормально, да? Угу. Ну ладно, закрывай. Приготовила сегодня вот тушеную картошку с курицей. Сейчас будем кушать. Поняла. Нет. Я говорила. Не общайтесь со мной. Одна. А ты говорила, только одна. Не общайтесь со мной. Где же просто еще? Черный кабан. Черный, это только вокруг. Внутри ничего черного нет. Что это? Написано черный кабан. Стань. Только жира не хочу. Смотри, тут все больше и больше жира. Значит, с другим у меня ближе. Я говорю, близко, значит, к одному опять близко. Другие вообще не могу сказала, а я жил туда ближе, чем с камерой 2. Нет, я ближе. Если меня общать больше. Хорошо, Маш. Маш, я тебе 40 лет вот так покажу. Я с тобой не буду общаться вообще. Как пока?
Даже не ищите меня, в 40 лет меня здесь не будет. Маша так делала. Мама так очки моет, а Машка. Я не так делаю, я делаю с другой бок. Вообще, скажи мне. Не буду я, наверное, надо снять очки. Я не буду, у меня были грязные волосы. Так снимай же. Все, они надеваются. Что? Нет, мы тебя любим. Нет. Как нет? Папа любит черного кабана. Не так я делаю. Ничего не умеете. Секундочку. Я делала вот так вот. Я стояла вот так и делала. Вот так. Волосы так поднимала свои. А что дальше? Ничего, у меня грязные волосы. Я хотела поднимать. Я вот так просто наклонилась, смотрю волосы, стала так их двигать. Поднимать. Руками. Смотрю волосы. Я наклонилась, смотрю волосы. Давай их поднимать. Ну что вы? Блин, вы поняли, что у меня очень нестандартное мышление, так соображайтесь ко мне. Хорошо. Я тебе захочу поднять волосы. Горячие. Так кто смелый, кого руки? Давайте. Что, мне... Вынимайте. Дань, помогай, папе. Я что я тут? Давай, давай. Горячо. Очень горячо. Давай. Что, горячо? Да вообще кипятище. Обожжешься. Да ёхарный бабка. На обожжешься, говорю, сейчас еще уронишь пиццу вкусную на пол. Горячо реально. Ну, блин. Я тебе говорю, кипятище. Сейчас, подожди тут. Не подожди, а подожди. Вот, прихватки. Подожди. И как ты хочешь, чтобы я это взял? Дожди. Руками. Дожди. Я говорю, дожди. Дожди. Зачем? Дожди. Я говорю, подожди. И что значит? Дождь. Дождь, да. Я говорю. Вот, я не могу говорить дождь. Сразу звучит. Я говорю, питерка. Дождь. Питерка. Давай, ставь. Я питерка? Да, Маш, ты питер. Да, питер. Я из Петербурга? Да, Маша. Что-то дождь делает. Слушайте, я из культурного общества, я из Санкт-Петербурга. Дождь? Что? Да нет, ты сказала сейчас а дождь. А ты в этом уверена? Да, ведь дождь. Дождь. А мы говорим дождь. А я говорю дождь. А я говорю ливень. Я не говорю дождь, это сразу. Значит так. У нас последний звонок онлайн. Вы такое слышали? Нет? Тогда смотрите. Вот, это последний звонок онлайн. Подключились к встрече. Тут, в общем, все встречи подключаются. Вот так вот. И это последний звонок. Мы в эфире написано. Очень интересно. Вон Маша пришла. У Маши последний звонок будет в 2. Это последний звонок всей школы. Знаете, что наши дети пишут что? В чате? Это вообще трэш. А что пишут? Диктуй. Надо отмотать. Вот звонок. Семён тут? О, Егор, ты тут. Все гении. Доброе утро. Как, где Семён? Какие люди? Очень громко. Семён, как дела? О, Вик, привет. О, Семёнчик, привет. Я тоже того. После ГЭ вместе в армейку? 123 новых призывника. Нет. А, держи. Угу. Снимай. Короче, ясно все с вами. О, смотри, Маша. Серёж, смотри, там была фотка Маши. Она написала все? Написала. Дорогие выпускники. Вау. Да. Сегодня вся Белый, подержи. Школа Смирна. Звучит гимн Российской Федерации. Встаем, ребята, сказал. Да вставайте, вставайте. Анциферов Кирилл, это из твоего класса. Да. Гоу в кит, а что такое кит? Игра, наверное, какая-то. Ольга, родитель 11-й. Г не работает.
Зайдите через куанты детей. Вот, Татьяна Васильевна говорит. Разрешите торжественную линейку, посвященную празднику. А можно через твой куант было зайти, через здание? Нет, через мой не надо. Почему? Не надо. Нет, я хочу через твой. Кто бы мог подумать, что этот последний звонок мы будем с вами встречать в таком формате. Такого не было за всю новейшую историю. Ну, не было никогда, я бы даже сказал так. И поэтому этот последний звонок вам совершенно точно запомнится. И через много лет вы будете говорить, что у нас был совершенно уникальный вот такой вот. Такого не было больше никогда и ни в каком году. Я надеюсь, не повторится. Но если серьезно, конечно же, я очень хотел пожать руку каждому юноше, выпускнику, и улыбнуться каждой девушке. Очень надеюсь, что меня сейчас хорошо видно и слышно. И вот этот вот горячий привет, крепкое рукопожатие и свою обаятельную. А, есть, просто она... Я желаю вам поступления в самые серьезные, самые лучшие вузы. И это не пустой звук. Удивительно уверен, подготовил вас очень хорошо. Ну ладно, я тебе дам. Но это, в общем-то, по большому счету, второе. А первое, ребят, будьте просто счастливы. Оставайтесь такими же классными, какими вы есть сейчас, и какими знаем вас мы, ваши учителя, и, конечно же, ваши одноклассники. Добрый путь, ребят. Хорошего вам студенчества, замечательной взрослой жизни. Ура! Скоро начнется очень ответственная пора. Подготовка и сдача государственных экзаменов. Сейчас бесконечно хотелось бы стоять на сцене нашего актового зала и говорить вам поздравительные слова, видя ваши красивые лица, видя вас таких повзрослевших, таких на пути к новому, содержательных, интересных, очень значимых для нашей школы людей. Но происходит так, как происходит. Нет у нас с вами цветочной аллеи, красной дорожки, таких привычных, традиционных для нас вещей. Но важно другое. Важно найти себя в этой жизни. Важно добиться того, о чем мечтается. Важно найти свой уникальный... за себя борьбу, придав мечте желаемой формы. Пусть рядом будут верные друзья, те, что всегда и в радости, и в горе поддержат и помогут, как семья. Ведь вы одной по жизни этой крови. Уверенно ступайте в добрый путь. Любите, радуйтесь, побольше улыбайтесь. Свою лишь, только не меняйте суть и просто быть счастливыми. Старайтесь. Добрый путь. Ну, кто все значит, себя позвали, а сами ушли. Спасибо куда-то. Большое Марине Павловне. Он готов. Он сигналит к началу главных в жизни шагов. Кирилл. Дорогие выпускники, наступает торжественный момент. Буквально а через что? Несколько секунд прозвенит ваш знаю, последний 20, звонок. Да, ничего, что а что, это что-то понимаете? Ну, там же 27 на улице. Вон мальчик. И со школьного выйдя порога, одноклассников ты не забудь. Пусть счастливой будет дорога. Добрый путь, выпускник, добрый путь. И по традиции для вас звучит гимн школы. Что там пишут? Ничего, они все не просветались. Виталий Калин их писал. Так это он сам предложил пиво попить. Мы все не пьем. Ну что, ребят? А что еще там? Кто-то купился за ящик пива. Юля, только купить могу, когда попросят. Зауч, да что? Марина Павловна пишет, добрый день! Правильно, мы ее будем заверить. А я сейчас напишу, Марина Павловна, вы пойдете пиво пить? Онлайн.
Не, Марина Павловна, добрый день. Мартёха, Рюковский, отвали. Кирилл пишет, извини, Раида Бабкова, что это? Как только я написала, они замолчали. По-моему, написала, они замолчали. Г-класса приглашает в свою чат-комнату, где вас ждет ваш классный руководитель. А ученики 11 А, Б, Г-класса остаются для продолжения мероприятия, которое начнется в течение 5 минут. Кто-то пишет, я из Б, второй пишет, я из В. Ира Панфилова, да. Кирилл, можешь еще раз? Так, а это уже класс, последний звонок. Вот Кирилл. Почему он в школе? Начать встречу. А он в школе? Смотри. Я не уверена. Нет, он просто... Уважаемые дамы и господа, просим всех занять свои места перед экранами. Мы начинаем. А как сделать, чтобы было меньше? Зачем меньше тебе? А я случайно ткнула и стало больше. Или нормально так? А нет, так и сделать больше. Мам, ты выбери больше Саша, или меньше? Саша, вот так, давай. А может, надо переключать? Надо, конечно. Мама Лобану сидит с укуанта Алексея Финика. Кирилл, Семен. Перейдем далее. Кирилл. Семён. Ну, вы давай... поняли, какие мы талантливые. Но несмотря на наши таланты, Кирилл, нас Семён, все время пытались Кирилл, воспитать. Семён. А больше всего мучились наши родители. Боже мой, сколько пришлось пережить нашим родным. Боже мой, и проблемы с учебой, и трудности взаимопонимания, и бессонные ночи из-за нашей первой любви. Мужественно перенесли они все это на своих плечах. Спасибо вам, наши родители. И низкий поклон вам за гимн школы. Мне кажется, это самый правильный вариант прощания. Но мы справимся? Конечно. До свидания, школа. До свидания. Родителям. Дай вам Бог, ребята. Всем удачи. С Богом. Не знаю, кто такой. Счастье. Учительский кофе. Мы вас любим. Будем слезы пускать. Будем радоваться. Наши дети выросли. Но они всегда в нашем сердце останутся. И всегда добро пожаловать. Марин Павлов, давайте поплачем, сегодня нормально. Мы это проверим. Хорошо. Я приду наоборот, в школу. Это эмоции, это положительные эмоции. Это праздник. Как они будут рады. Это искренне, это правильно. И ребята должны это тоже знать. Вот такой у нас последний звонок онлайн был. В общем, все у нас теперь онлайн. Не знаю, когда соберутся. Теперь вместе. Когда в школу-то? Никогда. Как на экзамен? Когда? 3 июля. 3 июля. 3 июля. Ну вот, 3 июля соберутся. А так все пока онлайн.